Привет всем зрителям канала Техноарена. Если вы задумались о покупке фитнес-браслета и ищете выгодные предложения, то это видео придется как нельзя кстати. Я проанализировал множество моделей этих устройств и собрал в данном ролике лучшие предложения на распродажу 2022 года. Я расскажу, чем примечательны эти фитнес-браслеты, а узнать выгодные цены на них в различных интернет-магазинах можно будет, перейдя по ссылкам, которые я оставлю в описании. Итак, не будем тратить время понапрасну, устраивайтесь поудобнее, не забывайте о лайках и комментариях, а я начинаю. Открывает наш топ Xiaomi Mi Band 7. Это отличный смарт-браслет с широким функционалом и по хорошей цене, который сможет удовлетворить запросы многих пользователей. Он очень легкий, поэтому практически не ощущается на руке при ношении. А его большой AMOLED-экран хорошо просматривается даже на улице в солнечный день. Поддерживает функцию Always On Display и поддерживает более сотни настраиваемых циферблатов. Ремешков для этого браслета тоже много и самых разных расцветок, так что найдется вариант на вкус и предпочтение любого покупателя. Что же касается функционала этого смарт-браслета, то в нем предусмотрено более 110 спортивных режимов с профессиональным анализом тренировок, что по достоинству оценят все, кто ведет активный образ жизни. Также стоит отметить, что браслет умеет вести мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом в течение всего дня и отслеживает качество сна, предоставляя подробную статистику. Помимо этого, есть немало других полезных функций, включая показ уведомлений, поиск смартфона, таймер, прогноз погоды и многое другое. Ну а что касается его автономности, то браслет может обходиться без подзарядки в течение 9 дней при интенсивном использовании. Ну а если не пользоваться функциями круглосуточного мониторинга, то время автономной работы может достигать и 2 недель. Следующий герой нашего топа – Xiaomi Mi Smart Band 6. От 7-й версии он в первую очередь отличается своими габаритами, капсула у него чуть меньше и компактнее, а ремешок чуть покороче. Ну и так как размер у этого браслета меньше, это сказывается и на размерах экрана, его диагональ составляет 1,56 дюйма. Правда, он все равно остается большим по сравнению со многими фитнес-браслетами. Также стоит отметить, что экран имеет AMOLED-матрицу, обеспечивающую хорошую цветопередачу и имеет достаточно высокий запас яркости, поэтому информация с него будет хорошо видна на улице днем. Выбор циферблатов и ремешков у этого браслета чуть скромнее, чем у 7-й версии, но все равно довольно большой. Поэтому будет из чего выбрать, и каждый пользователь без проблем сможет персонализировать такой браслет на свой вкус. Но что касается функционала, то данный девайс мало чем уступает предыдущему участнику топа, разве что спортивных режимов у него меньше. В остальном же функционал остается прежним: мониторинг сна и пульса, стресса, насыщение крови кислородом, дыхательные упражнения, будильник, уведомления, поиск смартфона, управление музыкой и многое другое. Ну а что касается времени автономной работы, то его аккумулятора хватает, чтобы обеспечить браслету до 19 дней работы без подзарядки в режиме энергосбережения. Продолжает наш топ Huawei Band 7. Этот браслет очень легкий, его ремешок выполнен из дышащего материала и почти не ощущается на запястье. А AMOLED-экран с диагональю 1,47 дюйма демонстрирует хорошую цветопередачу и позволяет отслеживать много информации без лишних телодвижений. Выпускается данный браслет в 4 расцветках, а что касается циферблатов, то в фирменном магазине уже представлено более 4000 вариантов на любой вкус. Также стоит отметить, что в браслете предусмотрена возможность загрузки в качестве циферблата изображений и функция, позволяющая отображать основную информацию на выключенном экране. Для тех, кто отслеживает различные показатели здоровья, в этом браслете предусмотрены функции мониторинга уровня кислорода в крови и пульса, которые могут проводиться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также девайс может вести мониторинг сна, отслеживать уровень стресса и предусматривает 96 спортивных режимов. А еще он обеспечивает доступ к наиболее важным функциям смартфона, включая входящие вызовы, сообщения, прогноз погоды, воспроизведение музыки на смартфоне, управление камерой и имеет немало других полезных функций. Ну а время его автономной работы может достигать 10-14 дней, в зависимости от интенсивности пользования различными функциями. Также стоит отметить, что браслет поддерживает быструю зарядку, благодаря которой за 5 минут получит достаточно энергии для 2 дней автономной работы.
Далее в нашем топе идет Honor Band 6. Внешне он почти не отличается от предыдущего героя этого видео. При этом имеет аналогичный AMOLED-дисплей с диагональю 1,47 дюйма. Выпускается такой браслет в нескольких расцветках и помимо большого выбора циферблатов, имеет возможность установки изображений в качестве фона. Что же касается его функционала, то браслет может проводить круглосуточный мониторинг пульса, отслеживать уровень кислорода в крови и состояние сна, а также дает персональные рекомендации, которые помогут качественно выспаться. А для любителей активного образа жизни в этом браслете предусмотрены 10 спортивных режимов и 6 видов физической активности, которые девайс распознает автоматически. Помимо этого, браслет умеет отображать входящие уведомления со смартфона, управлять воспроизведением музыки и камерой, имеет немало других полезных функций. Ну а что касается времени автономной работы, то браслет может работать до 14 дней, а еще он может похвастаться поддержкой быстрой зарядки. В общем и целом, это отличный многофункциональный браслет, который по достоинству оценят многие пользователи. Ну а посмотреть актуальные цены на такой браслет в различных интернет-магазинах, как я уже говорил, вы можете, перейдя по ссылкам в описании. Следующий герой нашего топа — Jasmine G20. Это компактный браслет с цветным TFT-дисплеем диагональю 1,14 дюйма и высоким разрешением. Отличительной особенностью данного гаджета от большинства конкурентов является то, что он умеет измерять давление и делать тест ЭКГ. Данные, которые выводит браслет во время измерений, не являются по-медицински точными, но они к ним крайне приближены. Поэтому он станет хорошим вариантом для тех, кто следит за своим здоровьем и не хочет постоянно носить с собой громоздкие медицинские аппараты. Также стоит отметить, что данный девайс имеет множество других функций, присущих современным фитнес-браслетам. Он умеет измерять пульс и уровень кислорода в крови, ведет подсчет шагов, поддерживает популярные спортивные режимы, уведомляет о звонках и сообщениях на смартфоне и многое другое. Ну а что касается его автономности, то браслет может обходиться без подзарядки в течение 7 дней в экономичном режиме использования или 3 дня, если постоянно пользоваться всеми его функциями. Продолжает наш топ Amazfit Band 5. Это легкий компактный смарт-браслет с силиконовым ремешком и AMOLED-экраном диагональю 1,1 дюйма, для которого предусмотрено множество циферблатов, в том числе и настраиваемых под предпочтение пользователя. А еще устройство позволяет загружать в качестве фона пользовательские изображения. Что же касается функционала этого браслета, то он умеет измерять уровень насыщения крови кислородом и пульс. Также в нем предусмотрен мониторинг качества сна, отслеживание состояния здоровья женщин, дыхательные упражнения, отслеживание уровня стресса и 11 спортивных режимов, при которых ведется запись дистанции, скорости, изменений пульса, сожженных калорий и других данных. Также стоит отметить, что браслет может принимать уведомления о сообщениях и звонках со смартфона, напоминает о недостаточной активности, показывает прогноз погоды, позволяет управлять воспроизведением музыки и камерой и еще много чего. Ну и самое главное в этом браслете — это долгое время автономной работы, до 25 дней в режиме энергосбережения, так что часто заряжать его не придется. Завершает наш топ умный браслет под названием Oppo Band. Он оснащен ярким AMOLED-экраном с диагональю 1,1 дюйма и поддержкой нескольких десятков циферблатов, среди которых каждый пользователь сможет найти подходящий ему вариант. Что касается функционала, то браслет умеет измерять уровень насыщения крови кислородом и качество сна, вести мониторинг сердечных сокращений в режиме реального времени, а также имеет 12 спортивных режимов, включая специальный режим бега для сжигания калорий, который предоставляет индивидуальные рекомендации на основе пульса. Помимо этого, браслет имеет в своем функционале возможность показа уведомлений и прогноза погоды, поиск телефона, возможность управления камерой и музыкой на мобильных устройствах и много других полезных опций. Ну а что касается его автономности, то без подзарядки такой браслет сможет работать на протяжении 12 дней в сбалансированном режиме использования. На этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравился этот ролик, и пишите в комментариях, какой фитнес-браслет вы бы купили себе. Напомню, что в описании я оставил ссылки на сайты, где можно будет посмотреть актуальные цены на все браслеты. Также не забывайте подписываться и жать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода следующего видео на канале Техноарена. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!